Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 11 на странице 76. Объясните, как перенести с одной строки на другую данные слова. Итак, слово «ящерица». Поделим это слово для переноса. Ящерица. Запишем черточками «яще», черточка «ри», черточка «ца». Слово «мыльница». «Мыль», черточка «ни», черточка «ца». «Скамейка». «Ска», черточка «мей», черточка «ка». Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.